Всем привет! Сегодня решил сделать обзорчик такой небольшой на телефончик Fly. Телефон покупался, как обычная двухсимочная звонилка. В общем, звонилка для, скажем так, женщины в возрасте. То есть должны быть крупные кнопочки, ну и минимум каких-то заморочек, то есть чтобы все было просто. Без всяких переподов и перевертов. Значит, в коробочке с телефоном идет вот такая вот зарядочка. Считаю очень удобным вот такое вот решение, потому что многие современные телефоны идут с микро-USB. Ну и как бы трудностей с зарядкой где-то в гостях. Там или еще где-либо, в принципе, быть не должно. Сейчас может фокус настроиться. Вот такая вот зарядочка на 350 миллиампер. Так, соответственно, она воссоединяется. Так, дальше. Наушники, честно говоря, я даже не распечатывал еще. Потому что как бы, ну, всем понятно, что такие наушники хорошими быть не могут. Но, тем не менее, они есть в комплекте. Есть микрофончик, прищепочка такая. Вот такая вот штуковина. Ну и дальше. Такая вот гарантийка. И вот такой вот мануальчик. Красивый и незамысловатый. Хотя, в принципе, ну, он для таких телефонов, я считаю, он бессмысленный. В принципе, вообще для телефонов, я считаю, инструкции бессмысленные, потому что, как бы, ну, у меня ребенок 4-летний, мои все телефоны курочит и наклацывает там все, что ему хочется. Даже я не знаю, что есть в телефоне такие функции. Так, теперь ближе к этому телефону. Что подкупило? Подкупила вот эта вот фишка. Две кнопочки. То есть, как бы, ну, все знают, что там в Самсунге надо перед тем, как совершить звонок, надо выбрать оператора, с которого позвонить. В Nokia при нажатии на трубку вызова тебе предлагается выбор там SIM-1, SIM-2, ну и так далее и тому подобное. Здесь же все очень и очень просто. Вводишь номер или заходишь в записную книжку, или в пропущенные вызовы, ну неважно, любой номер, то есть... Есть номер, хочешь позвонить с одного оператора, там у тебя на одной симке стоит там Киевстар, допустим, нажал SIM-1. У тебя на второй симке стоит МТС, нажал SIM-2 там или Live. То есть вот эти вот две клавиши, это, ну, просто бомба. Дальше по камере. Камера, ну, даже рассказывать не буду. 0,3 мегапикселя, это, ну, сами понимаете, лучше бы ее вообще сюда не тулили. Было больше пользы. Дешевле, может, стоил. Так, фонарик. Фонарик — это полезная штука. Так вот, разблокировка это, блин. На киевская, но в джойстик попасть в центр тяжело. Фонарик — штука полезная, но света от него... Ну, чтобы все понимали, это вот есть зажигалки с фонариками, ну, дешевые такие, там по 2, по 3 рубля, по 5 гривен. Вот такие вот фонарики в зажигалках. И здесь, соответственно, та же самая хрень. То есть, в принципе, там подсветить в темном подъезде ступеньки там, или попасть ключом в замок можно. Ну, там супер какого-то яркого свечения, как от Феникса, там на 800 люмен тут ждать не стоит. Надо еще приловчиться его выключить.
Что-то немножко неудобно. А, заблокировался, все, понял. Вот, держим, выключается. Так, по экрану. Ну, что сказать по экрану? Экран как экран, то есть все видно, все читаемо, зерна, есть зерна крупные. По меню, здесь вот такое, большие такие значки, по 4 на одном экране. Ну вот как-то так. Радио работает без наушников. То есть громкость регулируется квадратиком и звездочкой. Вот. Звездочкой делаем меньше громкость, квадратиком больше. Радио сворачивается. То есть вот мы свернули, радио работает в фоне. Теперь его надо опять найти. Так, выключаем радио. То есть плюс радио то, что оно работает без наушников. Есть Bluetooth. Bluetooth это очень хорошо. Что еще? Еще. Что понравилось? То, что можно устанавливать свои мелодии с карточки памяти на звонки. То есть просто здесь карточки памяти нету. У меня, к сожалению, не нашлось свободной карточки. Ну, сейчас попробую показать, как это дело выглядит. Профиль. Настройки профиля. Можно выбирать, вот, вибра и мелодия стоит, то есть, и кричит, и вибрирует сразу. Тип звонка, звук. Ну, вот такой звук, это одна мелодия стандартная, других нет. И вот можно выбрать из файла, короче, откуда-то оттуда. Можно выбрать. Точно так же можно выбрать картинку на экран, то есть подобрать картинку по размеру экрана, там сколько, 128, 128 или сколько, я не помню. Подбирается картинка и ставится. Так, что дальше? По корпусу, по качеству, ну, честно говоря, я не ожидал, что будет такое качество корпуса. Просто я телефон заказал в интернет-магазине, даже не держал его в руках, только там в интернете посчитал один обзор. Телефон стоит 215 гривен, то есть, ну, там 200 плюс-минус. Перед этим я заходил в разные магазины, то есть, ну, выбор, конечно, не сильно, не самый большой. Держал в руках Nokia в этой ценовой категории, Samsung, LG не нашел. Еще какую-то фигню мне там давали потрогать. Ну, короче, суть в чем. По ощущениям тактильным, вот этот телефон, как Samsung и Nokia, начиная там от 300-350 гривен, но никак не те, которые стоят по 200. Во-первых, в руке лежит очень хорошо, он такой, ну, не тяжелый, но чувствуется вес. Второе, вот эта вот крышечка, она, если видно, в пупырышку, так, не в пупырышку, в дырочку. То есть и из рук он, ну, не выскальзывает. В-третьих, кнопки. Кнопки просто обалденные. То есть, ну, нажимается четко. Они все разделены. Кнопки резиновые, не пластиковые. Ну, очень удобно. По поводу динамика. Динамик один в телефоне, то есть и для разговора, и для проигрывания мелодии. Но в нем нету вот этой болячки бюджетников, сверхбюджетников. Звучание как из ведра. То есть, может быть, немножко и есть, но это, ну, настолько мало. То есть звучание в динамике и меня слышат отлично, и я слышу просто бомбово. По поводу батареи, ну вот, вчера я вот так вот взял его из коробки, вот так вот батарея была. Вчера вечер его мучил, сегодня днем
ну, я не знаю, звонков, наверное, 7-10 звонков было, непродолжительных, там, по пару минут. Плюс поклацал немножко. То есть, ну, батарея как была, так и осталась. Я думаю, батареи хватит надолго, а батарея здесь. Сейчас посмотрим. 900 мАч. То есть, ну, для этого телефона, я думаю, ее за глаза хватит. Плюс понравилась вот сборочка вот здесь вот тоже. Конечно, очень качественно. Ну, не ожидал от Флая такого качества. То есть, качество реально на уровне всех нам привычных брендов, Samsung, Nokia и так далее. Вот есть такая вот зацепочка под ремешочек. Кому интересно. Под аккумулятором, ну, смотрите сами. Под аккумулятором две симки и слот для SD-карточки. Телефон, кстати, сделан в КНР. То есть, реально, из того количества телефонов, которые я перелопатил, самый простой, удобный, качественный, как по мне, это, конечно, мое мнение, потому что начнут там сразу пену брызгать. Вот это вот, не обращайте внимания, это специально наклеил эту пленочку, потому что бабуля телефон носит в сумке, у нее вечно экран поцарапанный, то есть мне проще, она потом ничего не видит, и с этим экраном ты уже ничего не сделаешь. Мне проще раз в полгода и пленочку переклеивать, и все будет в елочку. Ну, как бы вот так вот. Телефончик, конечно, за свои деньги, ну, просто шикарный. Я не ожидал, честно, что Fly сделает вот такое вот чудо техники. Все, ребята, всем спасибо. Если кто хочет телефончик покупать двухсимочный, недорогой, ну, всем советую. Как бы, действительно, за 200 гривен, 215, это, по-моему, там $26. Ну, по тем параметрам, по которым я искал, это просто, ну, идеальный телефон, скажем так. Так что вот так вот. Завтра его отдам бабуле, и будет она его юзать жестко. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.